вообще с атрибутикой мне очень нравится танцевать. Мы выступаем с двумя танцами, как народные, так и современные. Народные – это «Ах, вы сени, мои сени». Танец довольно-таки динамичный, сложный по технике, так как присутствует много круток, много комбинаций и массовый танец в целом. Второй танец – это современный танец. Он тоже сложный, благодаря поддержкам, различным движениям, и он достаточно динамичный. Придя на сам конкурс, было немножко волнения, но мы с ним отлично справились.